Всем привет, у меня на канале Александр Маляр. Ну что, второй день продолжения эпопеи с ремонтом топливного бака. Ну, естественно, пришлось сразу доработать, поскольку потом здесь у меня под кабиной, между кабиной и баком, не пролазит рука. Сразу сделал проводочки, вытянул. Хватит он до самых ворот. Ворота открыл. Жду канализацию. Женя у меня сломался. Женя Остриков, привет тебе. Тону. Здесь чуть ли ведром не вычерпывать. Детей. Дети не моют голову. Только туалет открытый у меня. Ну, должен приехать. Во всяком случае, давай, Женя, ремонтируйся. Тебе удачки там с КамАЗом. Ну, жду тебя. Ладно, немножко отступили от темы. А, приедет Вовчик, короче, качать. Открыл ворота, вот жду. Так, ну что, надо же ставить обратно. Сейчас я его, блин, задрал кабину. Он, домкрат стоит. Будем пробовать. Так, поехали. Конечно, тут удобство. Удобство здесь, конечно, не ахти. Так. Так, самое главное, шланги. Вот и Вовчик прилетел. Догадался? Конечно, блин. Обещал мне номер дать, Женька. Чей? Ой. Женька? Вечером. Не понял. Женька, вот. Надо кататься уже, а я тут, блядь, стою. Я и занимаюсь. Немножко отвлекся. Девчонки мои сразу побежали голову мыть. Ну, я тут продолжаю. Попила. Надеюсь, будет все нормально. Не побежит, тут подкладки положил под низ. В два слоя парамиту. Так. Все, окей. Так. Блин, еще солярка тут капает. Ага.
Ага, что-то не так. Ну ладно, натянем. Блин, в натяг получается. Придется откручивать. Так. Ага. Блин, крыло. Ой. О, сейчас нормально. Сейчас без натяга. Ты что, катаешься? У меня тут племяш приехал. Всем привет. Вот он, племяш у меня тут на самокате. Че ты горишь? Как дела у тебя хоть? Нормально. Нормально. Папка дома? Да, дома. Че делает? Бреется. Бреется. Он что, на рыбалке был? Да. Что-нибудь поймал? Да, поймал. Кого? Карасей. А, ну ладно тогда, я-то буду крутить гайки. Так. Брательник у меня на рыбалке отдыхает, а я вот с гайками кручусь. Что-то тут тоже, блин, вроде новые шланги, а все уже опять под замену. И вот сразу меняется, или как? Вон, видите, шланги новые, а уже все трещина. Вот как? Как относиться к производителям, не знаю. Сейчас будем менять, пока можно подлезть и новый шланчик поставить надо. Так, вот такой у меня шланг я взял. Еще запасы давно уже. Китайский, маслостойкий. Ну вот не знаю, на погрузчике стоят вроде такие, ничего, сформированные. Но вот не знаю сейчас. Думаю, поставлю сюда и заодно и испытаем, как он. Брал-то на ту длину, что вот этот идет пластиковый, прозрачный заменить, потому что он дубеет тоже. Вот этот. И вот этот. Пока сюда на эту сторону поставлю, заодно испытаем, кто из них быстрее навернется. Этот год прошел, а этот тоже год прошел, но этот уже все. Так, сказал бедняк, денег нет, будем жить так. Так, лучше подтягивать отверткой, потому что этим ключиком все срывается. Так, кран не открыл. Вот, если отвертка не подтягивает, все, ее не надо, потому что ключом болтик можно срывать, да и срываешь все время. Так, и пошла основная часть. СМСки приходят. А куда я дел? Бутики. Здесь тоже пока, когда собираешь вот эту часть, допустим, неохота ее. Чтобы она везде совпала, то есть если я вот эту часть вытаскивал, то надо сейчас все просто детали, если я сейчас закручу, затяну вот эти, то я вот эти болты, бывает, не попадешь или еще что-нибудь. И самое главное, что вот эту
Может, на перекос, и потом резинка встает, как попало, короче. Сейчас ее всю наживулить, ну, руками подтянуть, кабину посадить, все совпало, чтобы шевельнуть, и потом уже затягивать. А если вот так вот, видишь, здесь размер, разбег какой. Ну, это сделано для того, чтобы ты мог в полевых условиях собрать, ничего не подгонять и быстро поехать. Ну, в смысле, выехать за короткое время в поле работать. Вот такие дела. Здесь видите, как все болтается. И когда ты здесь затянешь, потом вот эти отверстия не совпадают. Они вот так не совпадают. А еще когда ты затянешь, то вообще мучаешься потом. Так. Так. Так, все болтается. Так, так, так. Так, резинка на место. Так, еще где-то был. Так. Самое главное, садишь. Болт, и болт уже въезжает сюда. Ну что, потихоньку садим. Тут затянул, там затянул. Шланги одел. А, стопы. Еще баки между собой не затянул. Самое главное, проверяйте, все ли закрепили. Там забыл закрепить между баками. Патрубок закрутил и провод протянуть, потому что потом опустишь кабину, сюда не подвесьте. Сейчас мучился тоже там плоховато залезть, но не стал больше кабину поднимать, потому что там наверху у меня защита, ну, немножко задевать начала. Не стал, чтобы ее, ну, краску с нее не содрать, чтобы лень снимать же. Я же тракторист, как все. Провод протянем. Буду делать, не буду, но чтобы провод уже был. Но, скорее всего, сделаю, потому что примерно я уже все равно бак знаю, насколько мне хватает. То есть здесь 60 литров бак. Ну, два бака по 30 литров. Грубо говоря, здесь у меня. Так, аккуратно все здесь красиво сделать. Так, там что у нас? Все прошло. Ну, здесь пока смотаю и туда положу на раму. Потом сделаю, время будет. Вот, а там места много. Там никуда не денется. За бак никуда не денется. Так. Ну все вроде. Или еще раз посмотреть, как мне. Еще раз посмотреть. Так, тут провод. Все нормально. Здесь нормально. Здесь на прицеп идет нормально. Все, опускаем кубочки. Так. Самое главное, из-под него вылезти. Так, все резинки на месте. Рука залазит туда, но там ничего сделать нельзя. Там где-то сантиметра
3, наверное. То есть рука-то залазит, держит его там болтик или что-то, а крутануть ничего не сможешь. Так, ну все, здесь мы. Она сама уже все встала, все свое взяла. Видите, один болтик зажала, второй тоже вот зажала, этот тоже зажала, да? Вот сейчас будем закручивать. Можно убрать. Совпало. Болтик офигенно ходит. Так, сейчас заменим проволоку. Привез я новый баллон. Посмотрим, сколько в нем давления. Баллон полный. Так. Девятку. Ну, сейчас подрегулируем. Все это помоется завтра.
здесь я тоже подварил, но здесь не обязательно подчищать. Так, отвлекает еще, звонит. Так, четко. Так. Что ты? Так, нету там отверстия, это поймать. Вот и все. Вот и все. Канистры наливаю.
для того, чтобы отстоялось. Я сейчас шланг опустил до конца и поднял. Ну вот так где-то солью, чтобы чистенько было. Ну вот как-то так. Завтра помыть, прибраться внутри, протереть. Думаю прокатиться. Так, ребята. Ну, сегодня более-менее все, что задумал, сделал. Как бы вот так. Ну, а в остальном всем привет, всем пока и смотрите видео.